Всем привет, с вами Андрей и Александр. И мы продолжаем проходить страшную карту под названием Тень, вторая часть. Пошли. Что, начнем? Да. Что мы тут видим? Обосранный туалет. Я даже на него садиться не буду. Фу, противный какой. Что-то... Понятно, там что-то лежит. Тот шаурму, походу, съел с этой... У армян съел шаурму или... Вообще, нам что-то понимать из этого обосранного туалета. Так. Ржавая раковина. Да, я, конечно, проходил эту карту, Александр не проходил. Нет, я не проходил. Ну, это как бы понятно с первой части, то и... А, вот смотри, ключ. А, да, ключ. Да, вот ключ. Подбираем его. И... Так. И в этой карте будет мусор. Слендер. Я стою на мусоре. Да, в этой карте... Ключ вот от этой двери, кажется, да. Да. И что мы тут видим? Телек и Слендер. Ну, вот скажите, Значит, Слендер... теперь Слендер знаменитый. Да, Слендер няшный. Скажи, ты ж няшный, да. Да, ты няшный. Конечно же. Ну, а какой же он няшный? Он же такой страшный. Ну, у него же лица нету. Да. Ладно. А этот мужик, видно, доволен. Да, и тут проблема. Тут же должна эта Фомка, ломик тут, это торчать из его башки, а тут его нету. Так что придется читерить нам. Да. Читерить так зачитерить. Так, ну, читерить, что тут? Я прописываю. Прописал. Да. Ну как же без читов? То что это же карта для Харрис Мода все же. А мы играем с Energy. Короче, мы сломали систему, а в туалет нельзя пройти почему-то. Ну все, пошли. Так, давай, я буду снимать, потому что тут Слендер вылезет. А, ну да, это ACP что ли? Где он? Где он? Где он? Ты в моем видео увидишь, блин. Ладно. О, тут дверь. Открытая. Еще... Туалет, как всегда. О, смотри, это же зомби. Да, ну блядь, смотри, у него же скин какой-то другой. У меня тоже скин другой. Типа он облеванный или в дерьме побыл. Угу. Фу. Противный. Так. О, ну короче, ты иди проходи карту, я тут останусь. Ёлки! Где? Чё? Кого? Во что? Ты тут уже чище туалет. Короче, я тут остаюсь жить, ты как хочешь. Все, давай, выходи из моей квартиры. Выходи, Андрей, выходи. Я хочу давай, один побыть. Идём дальше. Выходи из моей квартиры, я сказал. Идём дальше, я сказал, идём дальше. Эй, что ты делаешь? Всё, ты закрыт. Ладно, все. Какая-то страшная квартира, лучше там не буду находиться. Ой, что-то подлагивает. Это дверь? Нет, там закрыто. Ой. Да, вот это вот для туалета. Это крюк. Хук, пуджа. Что-то сюда нельзя прийти. Ладно, идем обратно, там надо в этом обосранном туалете. А ты что? А, куда нам надо? А, ну да, мы же как бы не любим выполнять грязную работу, мы... Я вроде понял, что вот тут кто-то появится. Зачем нам руки мазать, если у нас есть эта шняга? Пошли. Ну давай, иди. Я тут помню, когда будем обратно возвращаться, тут появится или Слендер, или... Я уже не помню. Ой. Если честно, я вообще ни разу не видел. Достал? Подожди, а как это же зеленые жижи... Я шо? Обосранный я что-то поднял. Блин, выкинь, я сказал, выкинь. Я не хочу эти... Придется, Андрей, такова жизнь. Ой, опять Слендер. Так где его? Вообще еще ни разу не увидел. В моем видео увидишь. Окей, значит я могу просто уходить из этой карты.
что придает карте интересность, это Слендер, наверное. Хочешь увидеть что-нибудь такое интересное, как из фильма «Звездный десант»? Вот тебе. О, смотри, смотри, это букашка. Мне кажется, она побывала в Чернобыле, увеличила свои размеры, мутировала, точнее. Скажите, разве не похоже, как из фильма «Звездный десант» такой вот жук? Жук. Подожди, а что тут? А тут просто стенка. Офигенно, сделали коридор. А мы идем сюда. Тут записка лежит. Please don't blame him. Я, короче, вообще не разбираюсь в английском, только начинаю его учить. Это я тоже плохо знаю. Ладно, идем. Да ладно, это какой стрит? Это... короче, есть игра, называется Slender 7th Street, или как? Седьмая улица, я уже не помню. И мы на ней, мне кажется. Так, идем сюда. Андрей, зачем ты в канализацию пошел? Так... Сжвоняет. Да нет, о, отлично. Ой, офигеть, еще смотри... одна, еще одна. Ой, черт. Избиваем его. Еще один жук из звездного десанта. Закрыто. Закрыто? Офигенно. Как делали реалистично так, воду. Теперь смотри. Стреляй, стреляй вон в ту шнягу. Стреляй, давай. Так, ну, стрельни. Я ж стрельну. Раз. Ну, сейчас я стрельну. Не... Что-то не... Может, выдержу. По проводам? Подожди, не трать все патроны. Может, тут кнопка какая-нибудь есть секретная? А это в один пиксель. Блин, наши читами пользуются, что ли? Господи. Ну, к примеру, я могу... Что за фигня? Ну, к примеру... Может, мы вначале что-то пропустили? Блин, да нет. Слушай, я... Ну, к примеру, я могу... А, ну, может быть, тупить эта карта, потому что она в сценок же. Тут механизмов нету, получается, никаких. Слушай, а может выбить ее надо, эту ручку? Какую ручку? Пистолетом можно это стрельнуть в ручку и выбить ее. Вот сюда. О, я только что видел сквозь текстуры. Что там? О, опять видел. Там бесконечный патрон на магнуме, да? Да не, я ж на 4 патроны себе. Ладно, окей, у меня тоже магнум есть. Может вот так вообще? А зачем? А зачем ты это взял? Выбрасывай. А, ну да, я извиняюсь. Извиняюсь, вот, вот при вас выбрасываю оружие. И все смывает. Как в унитазе. Это надо выбрасывать? Да, выбрасываем. У нас же только магнум и монтировка. Ну чё, вроде бы все. А, ну... Ну, ладно. Может, по проводам, я не знаю. Что нам... Ну ладно, тогда надо перелететь нам. Окей. Сейчас. Ты разрешил. Так. Все, мы перелетели. Что-то я застрял. Короче, дубасим ее нафиг. Двигайся, собака. Нам же на обратно пить. Еще нам сюда надо было. Может, вот. Слендер виноват. Ясно. Ну все, идем дальше. Пошли. Аптечка. Кто, птичка? Аптечка. Нужна? Мне послышалась птичка. О, я же стрелить могу. А, нет, не могу. Птичка. Ну, логики не могу. Птичка, надо. Иди на
Иди на ту сторону, что ли. Интересная такая логика. Я перебираюсь по коробкам, которые висят в воздухе. Чё это? Чё? Чё-то там про смерть, кажется. А, убери мне, у меня на пол экрана это табличка. Вот так, блин, сидишь, раз, в КС играешь 4. На тираской базе снайпером, а тут раз тебе табличка вылезает. А то чё, код надо какой-то? Подожди, все, опусти там, я сейчас попробую открыть дверь. О, зомби вылез. А, его убил. Всё, я что-то включил. Короче, вот тут зомби вылез. А, понятно. И пытался меня убить. Все равно не открывается.